Доброе утро, день, вечер, ночь. Ну, мы продолжаем. Только я забыл, куда мы идем-то. Так, задание. Есть ритуал. Хендерсон. Ага. Грибочки. А где у нас грибочки? Быстрый. А куда у нас быстрый переход? Ну-ка. А чё я буду бегать-то? Что у нас тут? Нет, аж так давно. Пожалуйста, поищите моих друзей. Да ты заколебала. Прописали бы другие фразы, как идти. Так, лагерь беженцев. А, причал. Да? Нет? Или я его не задействовал? Потому что там его нету. Что это такое? А, это причал. Пожалуйста, кто это со мной? Ну-ка. Летел на меня. Так, здесь пещерка. А мы в нее ходили, только... Тихо. Ой-ой-ой. Твою дивизию, животное. Ой. Сука. Отдайте-ка мою пулю товарищу. Так. Тихо. Сколько отдохнуть, живи. Ну, в смысле, ты не живой? Там. Ты понял. О, патроны. Ладно, пойдем уже. Так, так, идем мы за... Какие задания там потом должны быть, да? Так, идем мы в пещерку. За грибочками. Это явно где-то поблизости. Соглашусь с тобой. Интересно, а почему мы попки стоим? Вот и грибочки-то. Да! Ёпта, у меня еще не было. Эти ублюдки лечатся. Видно из-за грибов. Да ладно. Я тоже хочу такие грибочки. Ой.
Это мне пригодится. Я не буду, переход есть. Ладно. Моих друзей. Да, ищу. Молоток, надежный мачете, нахотим. Это все мое. Да, это все мое. Что-нибудь нужно? Не, пока. Ну, ладно, пока ничего. Принеси. Тот самый гриб. Секундочку. Я подготовлю аптечку. Какую аптечку ты готовишь? Держите. Это вам поможет поддерживать... О-о-о. Большая аптечка. А, ты теперь торгуешь аптечками. Yes.
консервы. О, да. О, да, детка. Бабло. Мы в жопе. В каком смысле? Ну, в смысле, я понял. Я знаю, среди вас есть люди с иммунитетом. Выходите вперед и воздайте хвалу богам. С нашей помощью мы победим зло, которое поразило Паланай. Вы ключ, который может спасти человечество. Ты не в себе, брат. Положи-ка коктейль Молотова. Живо! Вы не видите? Ваш иммунитет исцелит нас от этой чумы. Если вы не пожертвуете собой ради всеобщего блага, вы все пройдете испытание огнем. Мы вкусим вашу плоть и обеспечим будущее человеческой расе. Ты переливаешься, дебил. Пиши, животное. Твою мать, все полетит псу под хвост. Карло, отвечай. Проклятие, ну где ты? Я здесь. Извините, кажется, страшные проблемы. Немедленно возвращайся в Парадис, живее! Ого, уже бегу! Карлоу, все сгорит нахрен. Стоп. Стоп. Возвращайся сюда, блин. Не, ну я знал, что этот конченый миссионер, этот, ну, до такой степени. Нифига себе. Краток. Знаете, от чего больше всего я угораю? То, что на разные стадии заражения этих иммунных кусали разные зомбаки. Ни одна падла не лечилась. Хорошо, если представить, что это дают вакцину иммунитет, чтобы не заразиться. Хорошо, зараженных это не лечит. Но что-то я не помню, чтобы мы с помощью кушанья прививались. Все вакцины, значит, надо просто, чтобы попасть. Так делать самую систему. А если у тебя все переварится, то... Ну, человек, наверное, не в курсе, что одна из причин, почему ранение в живот опасно. Потому что есть бактерии, которые
так поддерживаются, живут они живут, да? И при попадании в наших встречах нам тем как. Это же школьная пацана. А дебил это знает. Идите уже нахрен. Почему я не дохренали вас? И жирный письмо. Он тупо выше меня ловит. Оружие скоро закончится. Стащит. Ой, черт. Ты знаешь куда? Мистер Смерть. Быстро здоровья, посмотри.
вещи. Да что ты сдохнешь, что падаль? И что нам теперь делать? Продолжаем действовать по плану. Покажите карту. Боже, это она и есть. Ну и бардак. Судя по всему, это входы. Но они оба находятся в затопленных районах. Это так? Да. К этим входам не пройти. Я не исключаю этого. Это в город, что ли? Не могут пригодиться. Здесь живет Кеслер. Возможно, ему известно что-то о туннелях. Он и Вилла ведь вместе работали, так? Откуда ты знаешь, ты? А что, если он такой же псих? Кеслер не Вилла. Он настоящий ученый. Если он до сих пор жив, уверена, он поможет. Меня прислали на консультацию с ним. Он годами изучал эту болезнь. Опубликовал работу на эту тему. И если кто-то что-то знает об этих катакомбах, так это Кеслер. А раньше почему об этом нельзя было сказать? Потому что Вилла сказал, что карта у него, и я даже не знала, жив ли Кеслер. Слушайте, если вы слишком боитесь, я пойду одна. Иди нахрен. Слушай, если Харло говорит, что он нормальный, надо с ним поговорить. Все равно выбора у нас нет. Ну, ты можно остаться здесь и оторваться как следует, пока еще время есть. Да, ты так ты и сделай, Уэйн. А я пойду. Ну что ж, пора к Кеслеру. Ладно. Видимо, придется отрыв устроить в другом месте. Слушай, бесполезный базар. Идите нахрен всем этого. Так, поправили. Что сделано, то сделано. Спасибо, дружище. Совсем. То, что надо. У многих из принесли. Так. Побольше аптечек. Честно говоря, лучше аптечек. Ты продал. И слава богу. Уйди ты нафиг. Все перебежали в Халай, ладно. Так, дай-ка я вскрою. Мозг себе вскрой. Пожалуйста, поищите мои. Я ищу. Не вешать нос. Потеряем надежду, потеряем все. Ха-ха! Учиться, учиться и учиться. Пожалуйста, поищите моих друзей. Если про... Торговать с Уэйдом. Да нет, все хрена. Может, тебя даже что-то пустить? Дискват. Все то же самое. Надо думать, кому можно. Большое вам спасибо. Я вас не подведу. Юбочка у тебя такая интересная. Красотка. Меня удивляет, за все это время я ни разу не подумал переодеться. Что здесь одежды нет, что ли? Вы брезгуете, блин. Заразиться вы все равно не можете. По крайней мере, это болезнь. Спасибо. Реально. Не вопрос. Обязательно с телепом. Очень рационально. Оп. Давай, бомба. Ой, опять я то же самое сделал. Короче, тупой миссионер навелся сейчас. Не, ну явно я ему башку оторву, конечно. Почему что-то
Ой, что это вы тут бегаете? Что ты так от меня бегаешь? О, вот это спасибо. Пожалуйста. Хоть бы давали чертежи, что ли, какие-нибудь. И поговорите с Харлом. Вы идите нафиг с инконсированным. Умением. Шанс мгновенного убийства. Ладно, я так понимаю, это распространяется на все, что кидаешь, а не только на класс метательного оружия. Да, здесь есть ножички. Ножички. Поганики такие. Ножички. Бесполезные. Нам надо поговорить. Это точно. Сейчас, дайте знать, если вам... Да, я тебе даю знать. Ну вот, Фомка. Фомка, может, ничего. Нет, мы готовы ко всему. О, май гад. Ну-ка, дай-ка даже парочку. Китайский меч. Знаешь ты? Если забудем об этом, нам конец. Я знаю, вы беспокоитесь по поводу доктора Кеслера, но он не такой, как Маркус. А кто такой Маркус? Доктор Кеслер много лет сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения. Господи, он сделал несколько серьезных открытий о мутации вирусов под воздействием внешних факторов. А что ты сказал, что это да, внешний? Он человек несколько эксцентричный, но в наше время мы все этим грешим. Да. Надеюсь, ты права, потому что с меня хватит охреневших ученых, которые творят хрен знает что. Ди. Поверьте, он хороший человек. Он и мухи не обидел. Отправляетесь в путь? Чем смогу, помогу. Хорошо. Вам что-нибудь нужно? О, модификация Тесла. Ням-ням-ням. Оставайтесь на связи, ладно? Всем нам хочется найти безопасность. Так ты собираешься в гости к дружку каннибала? Ну, удачи тебе! Мы справимся. Я это точно что знаю. Что ты несешь, а? Надежда. Дружок каннибал какой-то. Тебя пугаешь заранее, чмо. Ты чё там? Пожарный топор. Он мне ни хрена. Ну-ка, иди сюда. Я, конечно, понимаю, что это не обязательно крутое оружие, но само по себе название меч уже привлекает. Учитывая, какие здесь пуговки есть короткие. Фуфневые, так создать. Колючка. Ну давай, один будет у нас колючка. Шок. Давай. И шок, например. Там мод нам пригодится. Все испортишься. Ух ты. Пожалуйста, поищите моих друзей. Я ищу уже. Весь обыскался. Так, дай мне топор. Куда нам? Ближе это... Я чуть не понял. Та самая лаборатория. Теперь туда попасть можно. Так, подожди.
Ну, это не главгад, я так и думал, что... Ну, он опасен. Так. А где он? Мы им в какую-то задницу. Ладно, пойдем мы его убьем. Пожалуйста, поищите моих друзей. Как ты меня удоела? Надеюсь, Кеслер отдаст карту, или придется ему жопу выдать. Все уже в этом Кеслере. Я один тут ничего не знаю толком. Ребят, вы чё? Я просто гулять пошел, просто мимо шел. Так, надо добежать до этого мудака. Не, я просто пробегу, я не буду заморачиваться. Убивать всех этих зомбарей, это время только тратить. Обезьяны, что ли? Чуть подозрительно тихо все. Все пока миленько. Все начнется. А, он обтрёкся. В жопе чешется, я чё-то. Так, ну он здесь. Может убить. Всю деревню по камешку разнесли. Опять по камешку. Ты дебил? Тебе надо объяснить, что это все сделано? Не, я почему упорно камни где-то видел? Я хамуха, ты можешь забраться? Свой дом вернул, все, я понял. Или нет? Ты где, чмо? Все, вот теперь это задействовано. Атака пахпака. Убив меня, вы не обретете свободу. Так вы пришли за мной, да? Вам кажется, что я опасен? А ты не опасен? Тебя надо пристрелить, пока ты еще кому-то не навредил. Поэтому вы меня убьете. Вы разве не понимаете, чего я добивался? Хуя, он меня сразу ебашит. Ты ч,
что, хуел, что ли? Я просто поговорить, а что сразу? Черт, психопат хренов. Животное. Падла. Так, что у тебя тут есть? Начал меня мочить и падаль. Иди ты. Ну конечно, блин, располосованное пузо мачете и, блин, топору я бы человек съел нормально, если чё. Ну что? Что? Так, это лаборатория. Ясненько. Интересно, а владелец беженцев у нас что творится? Ну я понимаю, что он разгромлен, а тут ничего нет, что больше? Интересно, ну давай глянем. Видите, просто проходной двор, здесь команда не тусуется, так что ли? Ясно, 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 ясно. Так. Что? Так, причем. Что это у нас тут? Так, вроде от него можно дойти, да? Вот так. Ой-ой-ой! Ладно, не успеваю его обижать. Тут ноги выпопал еще. Я? А ты? Что на самом-то? Ну что, у тебя с вами церемониться буду? Я спаливаю нафиг отсюда. Только как я делаю? Да ладно, мне что, вот так надо пройти? А что, там машины нету? Могу обратить внимание, что черточки мне путь не показывают. Стол. Так, машинка не катается. А вот и машинка. Дай. Обязательно теперь с той стороны надо. Отстань от моей машины, животное. Сейчас я эту задницу раскатаю. Да, я согласен. Тихо, 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 тихо. Чё, куда мы едем-то? Ты.
теперь нас сюда пустят. О, глава 4. Новости науки. Да. Миссионер, крыша поехала. И он у нас завершил главу 3. Чё-то не понял. А здесь чё? Эй, сюда, здесь мины. Я не пугай так. Я чуть не обоселся. Так, Харлоу, я у станции Кеслера. Отлично. Ищите вход. Прекрасно. Очередная обшарпанная дыра. Ну да, чё-то хотим. Надеюсь, домофон работает. Кеслер, вы там? Кто там? Что вам надо? Мне нужна ваша помощь, Кеслер. Пожалуйста, впустите меня. Я занят серьезной работой. У меня нет времени на посетителей. Оставьте меня в покое. Сэр, это по поводу вашего исследования. Ваша статья о болезни Куру, как мне кажется, бьет прямо в точку. Но у меня осталось пара вопросов. Честное слово. Минуты покоя. Ладно уж, заходите. Ты все не в курсе, что происходит, и просто пустил, потому что я ему сказал про статью. Там есть что нормальное? Я, конечно, в шоке. Да. Если же ты не боишься, что я сейчас тебе башку оторву. Или тебе уже похер? Типа тебя укусили там. Вот зачем меня напугали? Зачем вы от меня показали? Ну вот, пожалуйста. Кто бы сомневался, что тут такая хрень творится. Итак, я вас впустил. Говорите, зачем пожаловали? Почти весь мой отряд погиб. Мелби и Говард пропали в Кандере. На Джонсона напало это страшилище. Нарфи пришлось его пристрелить, потому что на вопли сбегались мертвецы. По крайней мере, по виду и запаху они мертвее некуда. Итак, я вас... Ну разве так бывает? Говорите, зачем пожаловать? Они хлынули из джунглей со всех сторон и рычали, как голодные звери. Миллер запаниковал и побежал на целую Говорите, толпу. Они набросились на него, как бешеные псы. Его растерзали в клочья. Остальные еле унесли ноги. Меня укусили в плечо, и все решили, что меня тоже скоро одолеет болезнь. Вскоре после отбоя Дженкинс попытался меня убить. Выбора не было. Пришлось застрелить этого психа. Все перепуганы до смерти. Мне кажется, у нас остался единственный выход. Хендерсон. По крайней мере, в городе есть военная база. Итак, семьи я вас... почти у всех да тоже. Так. Говорите, зачем пожаловали? Только бы с городом ничего не случилось. А, ну понятно, Хендерсон и Хану. Ну, нормально, как обычно, чё. Новое задание. Давай. Как хорошо, что можно их вот так брать в меню. Ух ты. Модификация. Говорят, вы знаете, как попасть в Хендерсон через старые японские катакомбы. Нет никаких катакомб. А теперь убирайтесь. Я ученый, а не экскурсофот. Не смейте тратить мое время. Ну ты дебил, впусти меня. О катакомбах мне рассказал Маркус Вилла. Просто расскажите, что знаете. Вы видели Маркуса? 100 лет его не встречал. Он был гением, знаете ли, в своем роде. Но, скажем так, по некоторым причинам наши пути разошлись. По очень веским причинам. Ага, меня он сожрать пытался. Неудивительно, что вы его в зашей вытолкали. Он хотел вас съесть? Глупости какие-то. Я знаю, что он шил с аборигенами, но мне показалось, они народ вполне миролюбивый. Ага, миролюбивый по поводу Видимо, все хуже, чем я предполагал.
Но даже это не объясняет, почему он мог обратиться к каннибализму. У меня иммунитет к чуме. Он решил, что моя плоть – ключ к лекарству. Минуточку. Вы говорите, что у вас иммунитет к этому всему? Что ж, это определенно все меняет, не правда ли? Да, боюсь, что да. У меня есть карта, которая могла бы вам помочь. Я отдам ее, если вы поможете мне. И что ж тебе сделать? Я изучаю это заболевание вот уже много лет. Куру – эндемическая болезнь, веками поражавшая местное население. Танная вспышка – лишь одна из многих. Каждый раз эпидемия отличается от предыдущей, как и триггер ее вызвавший. Просто удивительно, как эта прионная болезнь адаптируется и меняется, как она мутирует при воздействии внешних факторов и как быстро воздействует на организм. Прион это не совсем видно. Поразительно. Мы вообще не знаем, что это. Наука может быть непредсказуемой. Просто биолог. Даже опасной. Это даже не вирус. Понимаете, да? Ты еще умеешь. Ага, трупы даже отсюда видать, док. Что там, оболочки нет? Очень досадный несчастный случай, произошедший по вине моих помощников. Уверяю вас, я не имел практически никакого отношения к случившемуся. Да, это вы расскажете тому, кому не плевать. От меня-то что требуется? Я лишь уточняю, что я вовсе не злодей. Это мы еще не знаем. В такие сложные времена во всем винят ученых. Их преследуются открытия, особенно люди, чей интеллект оставляет желать лучшего. Вот это я согласен. У четырех моих помощников были некие реактивы, препараты в сосудах. К сожалению, эти сосуды остались там, в оранжерее. Принесите их мне, и я отдам вам карту. Договорились? Ну, давайте. Шучу. Но не могу же я тебе отказать. Возможно, вам придется убить всех четверых, чтобы забрать сосуды. Но их все равно уже не спасти. Вы лишь избавите их от страданий. Найдите пока для меня ту карту. Без реактивов я не могу проводить эксперименты. Выполните задание, и карта ваша. Ух ты, какой красавчик. Твою мать, кто там? Кто у меня блюет? Ладно. Блин, ну и бардак. На этом серию я закончу. Продолжим следующий. Всем спасибо, пока.